В октябре текущего года по горячим следам сотрудники полиции задержали участников организованной группы, которые похитили и пытались взломать банкомат из круглосуточной зоны одного из финансовых учреждений. Задержанными оказались 9 человек, трое из которых находятся без регистрации на территории Санкт-Петербурга. У задержанных были изъяты молоток, лом и 5 автомобилей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в отношении 7 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 2 отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает работу по установлению причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Место рождения? Азербайджан. А жена есть? Да. А где она? Здесь, там? Там. В Азербайджане, да? Да. А дети есть? Нет. За что вы задержаны сотрудниками полиции? Не знаю, ничего не говорили. По подозрению в чем, да? Да. А в чем? Не знаю, какой-то банкомат говорят, что-то. Банкомат? Да. А что с ним? Украли? Я ничего не украл. Татуировки есть? Нет. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Да. По какой статье? 158. Кража? Да. Здесь? В России? Да. Боком? Любым? Лицом? Куда? Семья есть у вас? Да. Кто? Жена, 2 детей. Здесь, там? Здесь. Вы работаете? Официально нет. Подрабатываете? Да. Где? По стройке, по мелочи. Разнорабочий? Да. Ну, наверное, по подозрению, правильно? Да, наверное, в чем? По подозрению. В чем? Кража банкомата. Признаетесь? Я уклоняюсь от ответа. Татуировки у вас есть? Нет. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Не сидел. Ну, привлекались? Да. По какой статье? 228. По наркотикам? По употреблению. Первая часть, вторая? Первая. Жди. Боком. Любым. Лицом? Место рождения? Азербайджан, город Гендже. Семья у вас есть? Есть. Где она? Здесь, там? Там. А кто именно? Жена и дети? Семья, да. Вы работаете? Как работаю? Я с Беларуси, с Украины товар вожу сюда, на базу. Ну, работаете? Да, да. Официально? Но официально нет. Официально нет? Официально подрабатываете? Так, подрабатываем, да. Водителем? Нет, не водителем, я доставщик. Доставщик? Доставку делаю. Фрукты, овощи. В отделе полиции сотрудники задержали вас. Задержали. За что? Да. Пока без понятия. Ну, по подозрению, наверное, вам же объяснили. Без понятия, я вообще не знаю. Ну, вам же ведь объясняли, правильно? За что вы задержаны? Мне пока нет. Ну, не может быть такого. По подозрению, правильно, наверное, в краже банкомата. Какое-то подозрение, конечно, есть какое-то, значит, ну, подозрение, поймали. Кража банкомата, телефон. Правильно? Ну, не просто я там так. Не был. Меня вообще в другом месте поймали, в городе. В другом месте, да? Да, 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 меня вообще в другом месте. То есть в машину едем и остановили вот там. Угу. Пустое, вообще ничего. Вы ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет. У вас есть татуировки? Нет. Боком. Любым. Лицом. Весь Калтайский край. Как вы оказались в Петербурге? Приехал поездом. Ну, понятно.
Зачем? С целью? Работать. Заработка? Конечно. А семья у вас есть? Нет. Холост? Холост. Дети есть? Нет. Образование у вас есть? Да, среднеспециальное. Как? Сварщик, электрогазосварщик. Вы работаете? Да. Кем? Электрогазосварщик. Официально работаете? Официально. И на стройке нет? И где-нибудь здесь, в Петербурге? Здесь, в Петербурге, ворота собираю. Ворота. А снимаете, да, здесь? Чего? Жилье. Ну, как вы живете? Ну, пока не снимаю. А спите где вы? Ночуете? Вот в автосервисе. В автосервисе? Понятно. Как вы оказались в отделе полиции? Ночевал в автосервисе, пришли ночью. Сотрудники полиции? Да, сотрудники это. Полиции, все, всех колен поставили и вышли. Там в автосервисе машина была, в машине что-то было содержимое. Ну, банкомат там был, да, вроде? Ну, похожее, да, такое, по конструкции? Ну, я именно его не видел. Видел, что что, вот машина стоит багажником, отставлю. А как там машина данная вот оказалась? Вы не знаете? Вы ее туда впустили? Заезжала она туда, в автосервис. Угу. Понятно. Вы ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет. Татуировки у вас есть? Что это за татуировки? Ну вот, на пальце, да? Буквально. А что она обозначает? Да я маленький был, когда колол, лет 12. Боком, любым. Лицом? 79-го года. Место рождения? Северная Осетия. А семья у вас есть? Конечно. Кто? Мать, отец, брат. А жена, дети? Нет. Нет? Нет. Как вы оказались в Петербурге? В Петербурге оказался 10 лет назад. С целью? Ну, приехал учиться. Вы учились? Да. Кем? На кого? На тренера учился. По чему? По вольной борьбе. И как? Удачно? Удачно. Мастер? Почти. КМС? Ну да. Понятно. Как вы оказались в отделе полиции? Как? Тормознули, привезли. Тормознули, в смысле, на машине или как? Да, на машине. Вы ехали на машине? Да, я приостановился, и вот забрали меня и привезли сюда. А за что? Вам пояснили? Вообще не сказали ни за что. Ну, в смысле, ни за что, наверное, там, по подозрению, там. Вообще, ну, не, без объяснения причины, короче. Привезли и... Да. А когда это было? Ну, вот, часа... в 5, наверное, ночью. Ночью было? Да. В 5 утра? Ну, где-то так, да. Понятно. А у вас есть официальная работа? Официальная нету. Подрабатываете? Да. Где? Строительством занимаюсь. Где еще раз? Строительством. Строительством? Разнорабочий? Нет, бригады собираю и объекты беру, так. Понятно. Так еще. Татуировки у вас есть? Нет. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет. Узнаю, так скажу. Я, видишь, чем занимаюсь сейчас? А я вот не выхожу отсюда даже. Как вы оказались в Петербурге? Я из Москвы приехал. Вы гражданин России? Да. Давно из Москвы приехали в Петербург? Ну, я бы не приезжал, уезжал, да, последнее время месяц назад. Вы работаете? Да. Официально? Нет, официально. Кем работаете? В столовую там. В столовую? Да. В смысле, в столовую? Возите там еду или что? Нет, где-то там. Разнорабочий? Ну, это товар большой, да, помогает. Ну, водителям, да? Не, ну, не водителям. Грузчикам? Доставляю товар и там в столовую помогает. Водитель, экспедитор, да? Наверное, как-нибудь так. И товар покупает. А, и товар покупает. Да, и помогает там по уграм. Угу. Как вы оказались в отделе полиции? Я даже сам в шоке еще. Вас задержали? Ну да. Ночью? Да. За что? Я не знаю за что. Ну вам
На месте рабочем, да? Нет, на улице. На улице? Да, конечно. Ночью? Да. А что вы делали ночью и на улице? Я в другом районе. Пиво пили? Нет, ездили туда. Ну, как сказать, пожалуйста. По делам ездили? Ну, да. Нет, по делам, но до свидания. Понятно. Татуировки у вас есть? Что он обозначает? Это буква «Э». Это буква «Э»? Да. А по какому языку? Это моего племянника, он умер. Ваш племянник, да? Да. Вы ранее привлекались к уголовной ответственности? Никогда. Нет? Никогда. На связи? Да, если нужны, мы здесь. А что, видеокамера фоткать можешь? Слышишь? Боком встаньте. Боком. Взял, закрыл. Да. Лицом. Дата рождения? 27.07.74. Место рождения? Азербайджан. Как вы оказались в Петербурге? Ну, приехали, правильно? С целью чего? Я же... Что? Приехал давно, уже 25 лет, как я живу здесь. Гражданин России? Да. А семья у вас есть? Есть. Кто? Дети? Жена? Трое. Двое? Трое? К совершеннолетней, нет? Да. Да? Вы работаете? Да. Кем? Ну, слесарем. В автосервисе, да? Машину делаете? Да. Как вы оказались в отделе полиции? Задержали оттуда, собрали. За что? Ну, за то, что там сервис оказался, привезли это, по терминал. Вам привезли терминал? Да. А кто привез? И зачем? И зачем? Да. Просто я так? Я там был, там не знаю. Вы не знаете? Понятно. Вы ранее привлекались к уголовной ответственности? Да. По какой статье? 157. За кражу? Да. Отсидели? 2 месяца. Татуировки у вас есть? Татуировки есть? Нет.